Привет, ребята, с вами я, Нубик. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт с лаки-блоками против вот того вот Херобрина. Где он? Вон. Вот этот Херобрин, против него мы, наверное, будем сражаться. Давайте я вам его, наверное, покажу чуть ближе. И, друзья, обязательно поставьте лайк под этот ролик, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Все это нужно для участия в конкурсе на лицензию Майнкрафта. Также напишите в комментариях свое любимое число. В следующей серии я назову победителя лицензии. И вот против него мы будем сегодня и сражаться. Я умер, короче. Нет, ну хотя может золотой киркой попробовать разрушить. Что у меня не получится? Да, не получится. Обидно. Обидно. Ну ладно, умираем такой жестокой смертью. Все. А чё я так далеко? Я же поставил спаунпоинт. А, точка пропала. Окей, окей, точка пропала, я понял. Тогда придется новый спаунпоинт ставить. Так. Спаунпоинт. И теперь ломаем дальше. Наши лаки-блоки, дельта лаки-блоки. О, мешочек, это прикольно. Так, хрень какая-то попадала с мешочка. Так. Так. Отлично, воспользовался багом. О, точно, алмазы же тут были. Точно, 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 точно. У меня теперь 16 алмазов, могу что-то купить. Нет, хрень. Сейчас опять... Фу, возродился нормально. Так. Так, 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 так. Опа, там бронька, 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 бронька. Так, так, так. Ого, сколько тут всего и всех. Так, 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 так. И как мне, пожалуй, сюда пройти? В принципе, можно взять блоки. Так, так. Можем поставить маячок. Надо закрыть. Отлично, все, воды нет. Так. Ломаем дальше. В принципе, можно взять даже кирочку. Иди, кирка. Вот кирка. И ломать с помощью кирки. Так, что тут у нас? Фигня какая-то. Так. Алмазная кирка, алмазная кирка, алмазная кирка, алмазная кирка. Отлично. И там еще мешочек.
Что в мешочке? Эй, мешочек. Там мешочек, откройся. Хрень. Окей. Тупой мешок. Нет, 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 нет. Отлично. Отлично, 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 отлично. О, зомби-гигант, который сейчас умрет. Мне чуть подлагивает, черт. Так, так, так. Ой-ой-ой. Он выбрался, кстати. Вот, блин. Не ожидал. Давай, давай. Отлично. И все. Все, все, все. О, это офигенная зелька. О, Lucky Potion. Так, ломаем еще дельта Lucky блоки. Очень много дельта Lucky блоков. А, кирка сломалась. Ну да. Окей. Так. Зажигалка, где зажигалка? Мне нужна зажигалка. Все спалить надо. Так, 16 мазиков. Хм, неплохо. Ой-ой-ой. Так. О, зеленый. Вот это все хватит. Больше мне ничего не надо. Так. Ломаем дальше дельта Lucky блоки. Но сначала надо поесть. Рыба-клоун. Отлично. А, ведьма. Вот это, блин, ведьма, 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 ведьма. Так, коровку убьем и съедим мяско. Ну да. А, окей. Так. Так. Уходим отсюда, уходим, 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 уходим. О, фиолетовый. Яблоко. В принципе, яблоко это неплохо. Так, мне нужно еще достать туда. Так, надо взять губочку, пожалуй. Губка. Губка. Впитывай. Так. И теперь пора... Ну, блин, ну, пожалуйста, ну, дай мне зайти наверх. О, боже, мне нужен крутой меч. Крутого меча у меня до сих пор нету. Ломаем как можно больше блоков. И нифига, окей. Короче. Надо избавиться от вещей. А, вот у меня алмазная кирка была. Точно. Ой-ой-ой. А я не видел. Два. Три. Четыре. Пять. Что-то они злые. Слишком злые. Ладно. Окей. Ой, котика прибил. Ну ладно. Так. Пауки. О, скелет наездник. Это круто. Обожаю скелет наездника. Так, 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 так. Котики нам что-то вообще не помогают, но зато у нас очень много сумочек вот этих. Так, так, так. Что тут? Спасибо. Что тут и что тут? Фигня всякая. О, железо, кстати. Так. Вау. Ой. Можно выпить моментальный урон. Это офигительный эффект. Моментальный урон. Спасибо. Так. Ломаем еще больше. Это было весело. Так. Так, надо подумать. Окей, это круто. Крипер. Привет. Почему меня все убивают за одного удара? Странно. Какая сложность? Нормально. О, Боб, я его так и не победил. Мне надо его победить. Давай, я завалю тебя, Боб. А точно, надо аж в прыжке. Двойной урон наносить надо. Раз, два, три, четыре. Опа, я его победил. Может, что-то выпало с него? Чё, реально ни хрена? Пакетик? Может быть, это с него выпал пакетик? Нет, не с него. Окей, хрень пакетик. И чё?
Так. Окей. Так, чуть выше и... О, кольчуга, 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 это круто. И что же, где наш херобрин? И, наверное... Куда он делся? Где он? Куда он пропал? Мне нужно его найти, подожди, подождите-ка. Мне нужно найти херобрина. Окей, херобрин, похоже, сам пропал. Сам не захотел с нами драться, поэтому, ребята, вот так вот мы его и победили. Он просто испугался нас, да. Ломаем последний лакибок, друзья, и думаю, что на этом уже стоит заканчивать. Вот такой вот... Ой-ой-ой, это было прикольно, да. Вот такой вот был, ребята, ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, участвуйте в конкурсе, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всем пока-пока-пока.